Ну что, всем привет! Вы на канале Cooks Brother Hooks. С вами снова Димас. С семечками. Наш оператор Антон. Сегодня решили снимать для вас такое, как бы, интересное блюдо достаточно. Решили закоптить рульку свиную. Вот, нас любезно угостили. И решили протестировать сегодня новый микрофон. Короче, от сильного ветра, чтобы шумоподавление было. Вот, долго думали, но придумали. Вот, заячий хвостик, вот у нас сегодня такой заячий-пушистик здесь сидит. Вот, решили сегодня протестировать, так как ветер не утихает. Как бы погода вообще у нас такая вот осенняя. Только трава зеленая, как весь показатель, что весна. Почки набухли где-то кое-где. Вот. Сами в куртках, в шапках. Снимаем дубль за дублем, холодно. Руки синие, еле живые. Вот. Но нормально. Снимаем ради вас, ради лайкосов и всего остального. Так что не забывайте об этом. Вот. Ну, допустим, пропустим это все дела. Так что готовим сегодня у нас рулька. Варено-копченая будет. Вот. Сначала мы ее будем варить. Ну, примерно где-то час-полтора в казане с добавлением разных специй. Тут лук, морковка, разные перцы, чесночок, естественно. Вот, это все будет вариться, соль добавим тоже. Вот, и затем будем коптить ее в коптильне. Будем коптить на буковых пилках. Ну, как в прошлый раз, вот рыбу коптили мы там на первом видео, мне кажется, если я не ошибаюсь. И посмотрим, что из этого выйдет. Так что переходим к казану, к мангалу. Будем начинать процесс варки нашей рульки. Вот, ну что, мы начинаем. Моя зайка вот нормально тут меня слушается. Подошли мы к казану. Казан у нас немножко бурлит, кипит. Мы дали огня. Вот. Снимаем крышку и вот добавляем, кладем нашу рульку аккуратненько. Вот она у нас погрузилась. Ну, почти вся. Вот. Ну, как мы будем... Спасибо. Вот. Будем подливать воду, естественно, переворачивать ее. Она будет кипеть, бурлеть. Вот. Сейчас соль добавим еще потом. Вот. Как бы тут весь процесс займет час-полтора у нас. Ну, добавляем специи все смело. Даже водичкой можно смыть это все зелень. Зайка куда-то убежал. Спасибо. Вот, и добавляем много соли. Ну, взяли вкусную соль. Она как раз со специями. Прям побольше. Ложки 4-5 столовые. Как минимум. Еще потом попробуем, естественно, как она будет у нас. Должна быть крепкая соль. Вот, побольше зелени добавил. Коренюшки, естественно, нет сейчас, к сожалению. Ну, побольше зелени кинул. Я думаю, хорошо. Если что, еще кину. Вот. Морковка, лучок, чесночок, перчик чили. Он как в процессе разомнется, может быть, даст свою перчинку. Душистый перец горошком, обычный черный. И все, рулька будет сейчас вариться наш. Периодически будем ее переворачивать. Добавлять воды. При... в экипании снимать пенку, естественно, она будет у нас косточкой, что там шкурка, все будет выделяться, чтобы не было лишних там запахов, привкусов вот этой горчинки. Вот погода у нас портится, идет небольшой дождь, сегодня был с утра снег, как бы про вчера, позавчера вообще молчу, все было у нас грустно. Вот, ну сегодня получше. Так что выдался денек небольшой. Вот мы решили сделать такое вот блюдо для вас. Ну, как бы довольно-таки интересное. Так что все, сейчас накроем крышкой. Вот. Накрываем крышкой плотно. И ждем примерно час-полтора. Ну, при этом будем снимать для вас видео, как бы, все процессы варки нашей рульки. Ну, что, ребята, вот мы периодически ходим, помешиваем, переворачиваем и подливаем воду нашу рульку. Открываем крышку. Она кипит. Все хорошо варится.
Вот. Погода немножко вообще чуть-чуть испортилась. Даже сильно, дождик идет небольшой. Ну, как бы нам другого выбора нету. Надо приходить смотреть, как наша рулька. Ну, наша рулька себя чудесно чувствует. Она под крышечкой. Вот, ей хорошо. Она варится. Каждые 10 минут мы ходим, подкидываем дрова. Как бы это неотъемлемая часть. При таком ветре, при такой погоде надо жертвовать чем-то. Вот наша зайка спокойно, а не как огонь. Огонь обжигает. Волос нет уже. Сходил на эпиляцию, но это ничего, нормально. Современные мужчины любят это. Ну, как бы я не отношусь к ним. Вот, так что у нас вода вот чуть-чуть убыла, мы подкинули дров. Ничего не кидаем, ни больше, ни соли, ни перца. Единственное, мы, естественно, подливаем воду. Вот, воду подливаем. И все, опять с периодичностью 10 минут примерно ходим. Вы даже капли можете видеть. Отвлекся от темы. На нашей воде капли капают везде, и на экране, мне кажется, даже. Вот. Так что каждый день 10 минут периодичности мы ходим, подкидываем дрова, смотрим, снимаем пенку с нашего бульона и смотрим нашу рульку, переворачиваем. Вот. И так это продолжается еще примерно около часа, и как бы мы следим за рулькой и за вами. Так что увидимся. Ну, у нас отличная непогода. Всем привет-привет еще раз. Наша рулька варится вовсю. Вот, кипит, смотрите, как отлично. Вот. И мы ее переносим аккуратно к нашему столу. Вот, она поварилась примерно полтора часа. Прекрасная рулька. Рулька отличная вообще. И мы аккуратно ее перекладываем. Смотри, какая хорошая, отличная. Вот, на тарелочку. Вот, немножко польем ее нашим соусом, он сейчас впитается. Перевернули. И тоже поливаем сверху нашим соусом. Отлично. Чуть впитает, сейчас полежит, а мы начнем как раз сейчас исполнять нашу коптильню нашими опилками. Сейчас сходим, возьмем опилки. Ну, вот, наши опилки промокли уже давным-давно, так как дождь льет отличный. Вот, немножко сольем воды лишней. У нас воды лишней накопилось в этот раз много, не как в прошлый раз, потому что сегодня целый день идет дождь и снег с утра шел. Ну, как бы, ну, нормально. Нам не привыкать, мы снимаем любую погоду. Сейчас дождик идет такой прям вот. Небо все, как будто все полыхает где-то огнем, такое серое. Ну, куда деваться. Вот, отжимаем наши опилки. Так же, как и в прошлый раз, мы используем буковые. Вот, распределяем по всей поверхности нашей коптильни. Ну, отлично вообще. Сразу ставим наш поддон, потому что мы сверху... Короче, лапки наши отвалились. Вот, ну ничего страшного, ветер даст, позволит нам снять нормально. Вот, и сейчас устанавливаем сюда рульку, потому что она будет у нас сверху, и уже начнем готовить. Сейчас немножко вытрем руки. Вот наша рулька. Мы ее отлично устанавливаем. Она у нас единственная в нашем роде.
чуть-чуть поливаем ее сверху нашим соусом. Такое будет барбекю сегодня небольшое. Накрываем крышкой и сейчас будем коптить. Вот, мангал у нас разгорелся немножко. И ставим нашу коптильню. Опа! Отлично. Вот, коптильню поставили. Ну, она вроде ровно у нас стоит, так, более-менее. Вот, и опять же накрываем ее камнем, чтобы ее ни ветром не сдуло, ни при нашей жарке, при нашей коптильне, когда коптится ее, чтобы крышка не повредила, не при температурах не изменила свою форму. Вот, двух камней хватит. Прошли полчаса примерно. Вот то, что у нас получилось. Шикарный вид, мне кажется. Обалденная рулька. Красивая. Ну что, ребята, мы наконец-то докоптили до конца. Немножко добавили сюда капусточки. Вот. Так что пробуем нашу рульку, как она у нас варено-копченая получилась. Идеальная, мне кажется. Просто идеально. Мягко. Вот, попробуем как на вкус. На запах вообще обалденно. Отлично. Нормально по соли. Все идеально. Жирок присутствует. Прекрасная свинина, много мяса, достаточно сочные, пряности присутствуют тоже. Ну, самое главное, что она прокоптилась, и она вот чувствует, что она варено-копченая. Не то, что вареная, не то, что копченая, а именно прям вот чувствуется, что вот этот дымок о вкусе, и по виду видно, что оно такое копченое. Вот и варилась она у нас где-то час-полтора примерно. Ну, интересное блюдо такое, как бы, если есть возможность, советую приготовить вам всем, если там лишняя рулька там, либо нога барана, либо говядины тоже таким же способом. Но свинина самый лучший вариант в этом плане, она как бы к варено-копчености вообще отлично относится. Нежное, прекрасное блюдо. Если бы немножко погода нам улыбнулась бы. К сожалению, нет такого варианта. Вот. Так что пробуйте, готовьте. Пишите в комментариях, ставьте лайки. С вами был Димас, оператор Антон. Такую ненастную погоду. Всем добра. Пока-пока.